ребята, Гудури, Грузия, меня зовут опять Анатолий, да, опять здесь я, и это Светлана. Светлана, откуда вы? Киев. Из Киева, Украина. У меня второй человек сегодня из Украины, доброе утро называется. Еще будет ветер. Красивая погода, ветра почти нету, такая вот именно красивая, термическая, грамотная погода, приятно летать. Вот, сейчас будем лететь. Дождемся ветра, будем на старте чуть-чуть походим вперед-назад, танцуем и взлетим. Вот. Светлана никогда не летала, даже боится кататься в лифте. Проверим, насколько Светлана справится с заданием летать по параплане. Да, Светлана? Готова? Да. Смотрите вперед. Хорошо, ждем сейчас потока. Так воздух туда идет. А руки в каком положении? Все равно да, это сжато. Вот в таком положении. Как бы, и это сжимается само по себе. Ну, сами пальчики можете сжать, это ваше право. А руки держите, как вы держите. Синхронность просится, иначе можно раскрутить пальцы. Ух, красота. Готово? Пойдемте вперед. Вперед? Пойдем. А где вперед? Вперед. А где вперед? Я сказал. Развернитесь, пожалуйста. Развернитесь. Я вам сказал, вперед, в другую сторону. Развернитесь, пожалуйста. С горы. Я же вам показывал. Не сиди, не сиди. Не за что бежать. Садитесь теперь. Спасибо большое. Что вы чувствуете? Показал, потренировались. И вверх, а не вперед. Перепугались, да? Я не думала, что у меня... Коленку сделайте вверх, пожалуйста. Ай, молодец. Хорошо все? Да. Я не думала просто, что развернет. И я не поняла. Вперед. Коленку правую вверх сделайте, пожалуйста. Хорошо. Летим. Ребят, мы в воздухе. Немножко перепутала свет. Ну ничего страшного. Боится, правда говоря, на лифте, говорит, кататься. Ну, понять можно, да? Такие пироги. Так, ну что? Полетели через каньон? Полетели. Туда? Наша задача найти восходящий поток, набрать высоты. Вообще красивые такие облака сегодня. Набрать высоты и полететь. Светлана, если вы хотите, я сделаю так камеру, чтобы вас видно не будет, видно будет то, что вы видите. Хотите? Да, меня не надо. Хорошо. Вы снимаете сейчас то, что вы... Прекрасно. О, какое озеро, красота. Наслаждайтесь. Там внизу. Я могу показывать, да? Конечно, можете. Сейчас мы найдем восходящий поток и будем набирать высоту. Вон птица, смотрите, видите, с нами вместе будет это делать сейчас. Орел. Орел? И полетели наверх. Отключим высоту вместе с нами. Класс. И опять. Классно. Это приблизительно какая здесь высота? Высота стартовой площадки 2300 метров над уровнем моря. Высота озера под нами, да, которое находится, 1650 метров. А это озеро прям горное, да? Приблизительно, да. То есть получается 650 метров разница между стартовой площадкой и озером. Но мы уже набрали примерно метров 50 от стартовой площадки. Там Казбек виден впереди нас, посмотрите, пожалуйста. Берите немножко правее. Правее. Вот так. Право. Да, а там так вот тоже какие-то. Право, вот там. Ага. Ага. И он снежный. А вот там вот находится самый большой водопад. Класс. Правильно. Чувствуете, как мы с восходящим потоком работаем? Да, 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 да. Так. В голове чувствуется тоже. Я думаю, да. Если вы лифт перевозите, не можете подниматься там. У нас ямка.
вверх, то вниз. То вниз. Опять поворачиваем влево. Ой, животные такие маленькие, кажется. Так, кажется, еще высота не чувствуется. А это... Домики вот там. Чабаны ага. живут. Они следят за отарами, за скотинами. Казбек все лучше и лучше видим. Ага. Еще выше подойти, ага. еще будет лучше. О, а там мы выше под... О, да, мы высоко поднимаемся. Сейчас будем. О, Казбек, это да. Красота. Красиво очень. Шархота впереди нас, такая вот красная гора. А что это? Непискало. Это вулкан в прошлом. Это Дедеэна. Это Бидара гора. Там вот Садзели, Кудеби находится. А это Гудаури, горнолыжный курорт. Можете обратить внимание, Гудаури, горнолыжный курорт. Я живу там. Мы оттуда сейчас с отеля от Гадаури. Угу. Да, мне отец сказал, что воспринес. Как высоко! Да, мы уже добрали почти 400 метров над уровнем стартовой площадки. Если хотите вниз, скажите, я полечу вниз. Если вам все устраивает. Ну, по плану. Ну, как без трюков, но по плану. Я просто лечу плавненько. Если вас устраивает эта высота, вы не боитесь, летим дальше. Летим. Тихонечко. Мне комфортно. Вам комфортно? Комфортно. Ну, все, летит. И уже чувствуется, что выше воздух прохладнее, да, сразу становится? Конечно, конечно. Какая красота. Там... Арка Дружбы Народов, мы над ней пролетаем. Вот это вот Арка Дружбы Народов. И там... Крестовый перевал, Тивари. Справа от нас 2400 метров перевал, один из самых высоких перевалов. О, все надпись было. Там какая-то. Здесь куда он? А вот это там зигзаги такие. На дорожке это воду делают. Делают воду, там резервуар есть сверху. И тянут с этого резервуара. Естественно, резервуар сделан. Озеро. Видите, там белая крыша какая-то на нашем уровне сейчас она, да? Угу. Рядом с этой белой крышей находится резервуар. Угу. Озеро большое. Его видно, когда вот под облако выберешь высоты. Ветер, или это мы просто нет, поднялись мы просто выше, кружимся. Да? А, мы просто ловим так, мы это вы так ловите. Я специально, да, поворачиваю, чтобы отцентроваться, нет. чтобы быть именно в потоке. Но там внизу, кажется, ветер, ну, или потоки другие, или там может. Давление. Другое. Как вам, не укачивает вас? Нет, нормально, мне когда спускаться обычно будет, можно поплавнее тогда будет, а так будем пока все нормально. Хорошо. Предлагаю вообще слетать вот в ту сторону, давайте. Там набрать высоты, потом обратно вернуться. Если вы не против длинного полета, не против? Нет, брать деньги не будут дополнительно, просто полетаем. Хорошо, полетели. Решили мы перепрыгнуть через каньон Аравии, с рекой Аравии, да. Под нами сейчас 1000 метров с лишним. Вот. Ну, вот туда вот перепрыгнем, там вот возьмем поточек небольшой, подкрутим высоты, вернемся обратно. Такой план. Рядом с Непискало. Туда вообще люди нормальные не ходят. Я имею в виду пешком только поэтому. У нас сегодня маленькое приключение. Вы не хотите, Светлан? Нет, не хочу. Хорошо, пойдем. Ближе к водопаду. Угу.
Водопад, кстати, красиво. Оттуда не видно было, что это водопад. Казалось, какой-то ручеек. А сейчас вот ближе приближаемся. Чувствуется, что размер увеличивается. Ну, там коровник. Там даже чабаны стоят. Видите, вон там такая точечка. Вот если посмотрите, вон там. Окажется, там безжизненно. Да, такое вот. Ну, иногда я туда тоже летаю, туда тоже летаю, когда время позволяет. А чем они там питаются? Травой чем же. А выглядит как без травы, как горы. Нет, именно вот на зелени там стоит. А, да-да-да. Как бы пастбище. Поняла. А я думала, что наверху где-то там. Нет, тут за вот это пастбище. Ага, да-да-да. Но они перегоняют их, да, или хватает здесь? Перегоняют эти стада коров? Или там немного? Перегоняют, конечно, сюда. Да, здесь снег везде лежит. Зимой здесь снег лежит. Так много, что А в этом году хороший лыжный этот сезон был? В марте начался. Да. Здесь есть трассы или там больше более цивилизованно? Специальные трассы проложены или тут тоже дикие какие-то трассы? Я имею в виду лыжные зимой, да, здесь вот в этом районе. Там, ну, в Гадауре там здесь есть. Здесь фрирайд, я вам сразу скажу, здесь фрирайд, вот это место. Что делать? Место для фрирайда, именно вот здесь, где мы находимся. Кстати, вон коровки, вы говорили. Где коровки? Коровки. А в Гудауре очень много хороших трасс проложено перед вами в Гудауре, как на ладони, вы видите. Другая панорама открывается отсюда. Uh-huh. Как бы вот видно то, что тяжело увидеть человеку нормальному. Обычно все едут с той стороны, с России, приезжают и едут тут в Батуми. Батуми, в Тбилиси, в ту сторону. Так, только дроном можно посмотреть. Кто же животное? Видите? Красивые, так высота непонятна, а вот когда ты видишь, какие животные, какие деревья, сразу возвращается относительное понимание. Я подержу. Все, ребят, мы перелетим назад. Через каньон опять прыгаем. Хорошая погода. Хочется летать соло, не хочется тандемить, но что поделаешь, работать надо. Арка дружбы народов. При приземлении ноги сгибать надо будет потом. Я вам расскажу потом, не волнуйтесь. Наслаждайтесь полетом, пожалуйста. Наслаждайтесь полетом. И мягкий. Классно. Классно. Анатолий, благодаря тому, что доверие к Анатолию сразу возникло. Все, чао, чао. Спасибо, Анатолий. Чао, чао.